Приступаем к пятому ряду. 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу. Накид. В следующий столбик вяжем удлиненный столбик с одним накидом. Далее, тоже, чтобы вы запоминали. Сейчас у нас будет в начале 3 воздушные петли. У нас на протяжении всего вязания будет чередоваться либо 7 воздушных петель, это понятно здесь, либо 2, либо 3. Как определить 2 или 3? То есть, если у нас следующий узор будет на расширение, значит меньше петель, 2, потому что он тут и так широкий, 2 петли. В этом ряду мы будем вот так сужать. Он уже, нам нужно чуть-чуть, значит 3 петли сейчас делаем. 1, 2, 3. И вот эти следующие два столбика мы соединяем общей вершины. Накид на крючок, в следующий столбик вяжем столбик незавершенный один с одним накидом. Накид, в следующий столбик вяжем незавершенный. Теперь 3 петли провязываем вместе. Все, далее у нас 3 воздушные. 1, 2, 3. Здесь у нас везде пойдет по 3 воздушные. Накид. И также отсчитываем 1, 2, 3, вот моя 4-я петля, в нее здесь вяжем столбики на расширение, то есть 2 столбика с одним накидом, с одним основанием и между ними 2 воздушные. Далее 3 петли, 1, 2, 3, и здесь вот эти 2 столбика мы сужаем. Вяжем первый столбик незавершенный, второй столбик незавершенный, столбики у нас с одними накидами, и соединяем. То есть у нас как бы ромбик получается такой. Далее опять 1, 2, 3, и сюда в четвертую петлю вяжем 2 столбика с общим основанием и между ними 2 петли. Вот, то есть ряд вот такой же. Все, продолжаем таким образом вязать ряд до конца. 3 петли, 2 столбика, 2 воздушные петли, 3 петли, 2 столбика соединили, и вот так до конца вяжем. Вот я провязал 5 ряд до конца, соединил общей вершиной наши последние 2 столбика. Теперь в конце, так как у нас здесь было на заужение, мы делаем 3 петли. 1, 2, 3. И теперь делаем удлиненный столбик с одним накидом в следующий столбик. 2 воздушные, накид и еще один удлиненный. 1, 2. В третью петлю. Все, 5-й ряд завершен. Приступаем к 6-му ряду. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу. Накид. Следующий столбик, удлиненный столбик, 1, 2, 1, 2. Теперь, что у нас с общей вершины, мы пропускаем. Получается, вяжем 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Общую вершину пропустили и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные, 1, 2, и в следующий столбик также вяжем столбик с одним накидом. Вот наш волшебный раппорт. Опять 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем общую вершину. И в следующие 2 столбика вяжем по столбику и между ними 2 воздушные. 1 столбик, 2 воздушные, 1, 2, и 2 столбик. Опять 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и так далее. Вяжем
до конца. Вот у нас уже вот наш узор появляется. Вот я провязал шестой ряд до конца практически, выполнил последние 7 воздушных, пропускаю последнюю нашу общую вершину предыдущего ряда, накид, и в последний, точнее предпоследний столбик вяжем также удлиненный, 2 воздушные, накид на крючок, 1, 2, в третью петлю удлиненный, 1, 2, 1, 2. Все, вот наш шестой ряд завершен. Приступаем к седьмому ряду. 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу. Накид на крючок. В следующий столбик вяжем также удлиненный столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. Накид на крючок. Отсчитываем нашу четвертую петлю. 1, 2, 3. Вот она, четвертая. И в нее вяжем 2 столбика с одним накидом. И между ними 2 воздушные. Столбик провязали, 2 воздушные. И сюда же вяжем еще один столбик с одним накидом. Все, у нас здесь 2 воздушные, и в конце будет 2 воздушные, потому что у нас здесь идет на расширение, и нам 2 воздушных петель достаточно. А в остальных везде местах у нас будет 3 воздушные, то есть 1, 2, 3. Вот эти 2 столбика соединяем в следующий столбик, столбик с одним накидом незавершенный, в следующий 3 петли на крючке, и теперь их вместе все провязываем. Далее опять 1, 2, 3 воздушные, накид. Отсчитываем нашу четвертую. 1, 2, 3. Вот она, четвертая. В нее провязываем 2 столбика с одним накидом. И между этими столбиками 2 воздушные. 1, 2, накид. И второй столбик. Далее опять 3 воздушные, и таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я подошел к завершению 7 ряда. В последнюю арку 7 воздушных петель я выполнил столбик, 2 петли, столбик. Теперь у нас 2 воздушные петли. В следующий столбик мы выполняем удлиненный столбик с одним накидом. 1, 2, 1, 2. Затем 2 воздушные, накид. Считаем 1, 2, в третью петлю выполняем удлиненный. Все. Вот наш 7 ряд завершен. Приступаем к 8 ряду. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем нашу работу. Накид на крючок. В следующий столбик удлиненный столбик с одним накидом. 1, 2, 1, 2. Здесь 2 воздушные петли. В эти 2 столбика вяжем по столбику, и между ними 2 воздушные. Столбик с одним накидом, 2 воздушные, и в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. Далее общую вершину пропускаем, вяжем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем общую вершину. В следующий столбик, в следующие 2 столбика вяжем по столбику и 2 петли между ними. 1, 2. Вот. Я думаю, в принципе, вы уже систему поняли. Но я все равно буду провязывать до конца по схеме приведенной. 15 рядов.
чтобы лишних вопросов не возникало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кому надо, посмотрят, кому не надо, перемотают, правильно? Лучше, как говорится, пусть будет. Все, таким образом продолжаем вязать до конца. 7 петель выполнили, по столбику 2 петли. Опять 7 петель, вот эти волшебные общие вершины мы пропускаем. Вот я провязал 8 ряд практически до конца. Выполнил 7 петель, по столбику 2 воздушные между ними. И теперь 2 воздушные в следующий столбик. Вяжу удлиненный. 2 воздушные и также удлиненный. Раз, два пропускаем в третью петлю. Ой, вяжем удлиненный. Все, восьмой ряд завершен. Приступаем к девятому ряду. 5 воздушных. Раз, два, три, четыре, пять. Разворачиваем вязание, накид на крючок, в следующий столбик вяжем удлиненный столбик. Здесь у нас перед нами 2 столбика, которые мы соединяем. Так как у нас здесь идет на заужение, значит мы сейчас выполняем 3 петли. Раз, два, три, накид. И в следующие 2 столбика выполняем по одному незавершенному столбику с одним накидом. 3 петли на крючке и теперь их все вместе закрываем. Далее 3 воздушные. Раз, два, три. Отсчитываем нашу четвертую петлю. Раз, два, три. Вот она, четвертая. Опа. И в нее вяжем 2 столбика с одним накидом, между ними 2 воздушные. Опять 3 петли, раз, два, три, и соединяем следующие 2 столбика. Раз столбик незавершенный, второй незавершенный, 3 петли вместе. Опять 3 петли, раз, два, три. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вот я провязал 9 ряд практически до конца, выполнил последнее соединение наших 2 столбиков. Теперь у меня 3 воздушные петли. Раз, два, три. И выполняем наши 2 крайние удлиненные столбика с одним накидом. Первый. 2 воздушные, раз, два, накид, раз, два, в третью петлю удлиненный столбик. Все, наш 9 ряд завершен. Приступаем к 10 ряду. 5 воздушных, раз, два, три, четыре, пять. Разворачиваем вязание, накид, следующий столбик провязываем удлиненный столбик с одним накидом. Далее общую вершину пропускаем, вяжем 7 воздушных, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Общую пропустили и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, следующий столбик. Далее опять 7 воздушных, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, таким образом вяжем ряд до конца, пропускаем общую вершину, в следующие 2 столбика вяжем столбик-столбик, 2 петли между ними. Вот я провязал 10 ряд практически до конца, выполняю последние 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаю последнюю общую вершину и здесь все у нас точно так же. Выполняем удлиненный столбик с одним накидом. В следующий столбик 2 воздушные, накид. Раз, два, в третью.
вяжем удлиненный столбик. Все, 10 ряд завершен. Приступаем к 11 ряду. 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу. Накид на крючок. В следующий столбик вяжем удлиненный столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и в арку из 7 воздушных петель мы вот также вяжем 1, 2, 3 в нашу четвертую петлю. Вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли между ними. Далее 3 петли, 1, 2, 3, и следующие 2 столбика мы соединяем общей вершиной. Первый столбик незавершенный. Второй. 3 петли провязываем вместе. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И здесь, я думаю, вам уже все понятно. 3 петли, 2 столбика, 2 петли между ними. 3 петли соединили общей вершиной. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я выполнил последние 2 столбика, между ними 2 воздушные петли, в нашу последнюю арку из 7 воздушных петель. Теперь я делаю 2 воздушные, 1, 2, накид, и провязываем наши столбики удлиненные. Две воздушные, накид, 1, 2, в третий столбик, удлиненный столбик. Все, наш 11 ряд завершен. Приступаем к 12 ряду. 5 воздушных петель подъема, 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу, накид на крючок. И в следующий столбик вяжем удлиненный столбик. Далее у нас 2 воздушные. И здесь вяжем столбик с одним накидом в следующий столбик. 2 воздушные петли, накид на крючок. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем наши столбики с общей вершины. И в следующий столбик вяжем столбик, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в следующий столбик. Далее 7 воздушных. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вот я подошел к концу ряда, выполнил последние 2 столбика. Теперь у нас 2 воздушные, 1, 2, накид, и также выполняем последние наши 2 удлиненных столбика. Что ж такое? Раз, 2 воздушные, 1, 2, в третью петлю удлиненный столбик. Все, наш 12 ряд готов. Приступаем к 13 ряду. Выполняем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу. Накид на крючок. В следующий столбик также вяжем удлиненный столбик с одним накидом. Далее. Здесь мы у нас будем закрывать эти столбики, поэтому 3 петли, 1, 2, 3, накид, и вяжем 2 столбика с одним накидом, не завершенные, в 2 следующих столбика.
И теперь делаем им общую вершину. Далее 3 петли, 1, 2, 3, накид. В четвертый столбик, 1, 2, 3, вот наш четвертый. И в него вяжем 2 столбика с одним накидом и между ними 2 воздушные петли. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. И здесь мы уже повторяемся, соединяем, расширяем, соединяем, расширяем. И везде между ними 3 петли. Вяжем так ряд до конца. Вот я выполнил соединение последних 2 столбиков. Теперь у нас 3 воздушные, 1, 2, 3. И здесь в конце у нас то же самое. Столбик удлиненный, 2 воздушные, накид, 1, 2, в третью петлю вяжем удлиненный столбик. 13 ряд завершен. Итак, приступаем к 14 ряду. Здесь у нас будут небольшие изменения. Так, начало. Также у нас 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу, накид на крючок. В наш следующий столбик вяжем также удлиненный столбик с одним накидом. Теперь в этом ряду у нас будет все то же самое, как мы и раньше вязали. То есть будем столбики вязать, пропускать общие вершины и воздушные петли. Но у нас везде было здесь в работе по 7 воздушных петель. Но в этом ряду мы делаем не 7, а 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Также пропускаем нашу общую вершину и в следующие 2 столбика вяжем по столбику с одним накидом и между ними 2 воздушные петли. Вот так. Дальше опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем общую вершину и в следующие 2 столбика вяжем по столбику 2 воздушные. Вот последняя наша арка, также 1, 2, 3, 4, 5, накид и выполняем также удлиненный столбик, 2 воздушные и 1, 2, в третью петлю также удлиненный столбик. Все, вот наш 14 ряд. Приступаем к 15 ряду, это у нас будет последний ряд этой первой схемы. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание. Также в следующий столбик выполняем удлиненный столбик с одним накидом. И в этом ряду у нас будет вот такой ряд, точно такой же. То есть 2 воздушные, пропускаем 2 петли и в третью вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные, здесь уже получается столбик в столбик. 2 воздушные, опять столбик в столбик. 2 воздушные, пропускаем 2 петли и в третью, в среднюю, то есть столбик
2 воздушные, столбик в столбик. Две воздушные. Все. Я думаю, тут все понятно. Провязываем вот до этого места. Как здесь в конце вязать, я покажу. Итак, вот я провязал в последнюю арку из 5 воздушных петель столбик с одним накидом. Выполнил 2 воздушные петли. Теперь у нас накид на крючок. Здесь мы делаем также последний наш столбик удлиненный с одним накидом. А вот теперь мы делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь соединяемся также в третью петлю. Ой, просто сделали 5 воздушных петель. 1, 2, вот наша третья петля. И мы выполняем соединительную петлю. Все, наша первая схема завершена. Здесь нужно заканчивать именно так. С этого места теперь у нас будет начало эта сторона. И с этого места мы переходим теперь на круговое вязание. Далее у нас мы уже будем вязать по второй схеме. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом #вяжусдуду. Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Пишите свои комментарии, мне будет очень приятно почитать. Также подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и присоединяйтесь ко мне в Instagram. А с вами был Эд, до скорого!